Здравствуйте, добро пожаловать. Сегодня его 45-й матч за национальную команду. И Алисон Смит помогаются и вряд ли будут часто взаимодействовать, но тем не менее. В центре под и Габриэл Барбоза под номером 21 на сборы перед этими отборочными матчами. Но вот только один из них попал в сторону Эквадора. Она сейчас обороняется, и атака бразильцев выглядела. Казимиро. Пас штрафной. Финский специалист, последним местом работы которого, до того, как приличным международным опытом, он судит континенталь. Эннер Валенсия в атаке. Густаво Альфаро тренирует сборную. Вратарь Домингес сильно выбил мяч, то успевают подрастерять в начале. Неймар в атаке. В Интере он не заиграл. На него, в общем-то, там Эдуард Пресиадо. И поучаствовал в развитии атаки. Мяч уже на левом фланге. Оттуда подача. Это всего в двух матчах. Задержали. Ну, а Неймар, мы видим, в порядке. Он играет. Подача с фланга. Просто очаровал яркой, стремительной игрой в атаку. Эквадор пропускает пока в этом отборочном цикле. Но вот случай такой сверхвысокий прессинг. Уже буквально в пределах штрафной площади места в истории этой национальной команды по количеству голов. Он 30. Валенсия получает удар. Валенсия — такая конфигурация. Если ты не знаешь, что делать и катишь только в 29 лет, я говорю, всего, ориентируясь на рекорды, в частности... Неймар навешивает. Опасно! Вот сами считайте, это можно ли это, уже забивал в этом отборочном цикле. Алер Боледа. Лукас Пакета. Передача. Габи Гол. Прострел. Минувшей отборочной кампании обыграли Эквадора. Сейчас Габи Гол. По сути, 4 года это мена. Смело пошел, там три соперника были рядом. Лукас Пакета сыграл с Неймаром, и того, вот он под восьмым номером атакует, видите, Неймара, и не добираясь до мяча, нарушил правила, а бразильцы выполняют штрафной. Неймар навешивает. Дальний фланг, передача. Там Александро. Пресиадо атаковал Алекса Сандро, и видите, точка первая. Желтая карточка, она прилетела Анхелу Пресиадо. Жат у них колени, нет, просто бразильцы перекрывают направление возможных передач. Играются на такое эквадорские защитники. Средств. Бразильцы снова прессингуют. Данило. Лукас Пакета. Пределы Аргентины, вот свои 58 лет, это всего... Говорил уже за 30. Образующий футболист. Фред из Манчестер Юнайтед. Еще одна пауза, и опять тянется за желтой карточкой арбитр. И на... Подача. Эступиньян. Даже головы поднять. Но мяч сохранили. Эступиньян. Либертадорес. В прошлом сезоне. Ронио Эквадорцев свободно. Прострел. Опасно. Гол. Великолепно поддержал ее Данило. Рассчитан. Все ли там было по правилам? Есть сомнения. О, кстати, прилично играет в воздухе. И Казимиро тоже. Итак, Неймар. Ох ты. Чемпионский арсенал с матчей. В годы выступлений за Пари Сен. Думаю, что ему это уже порядком надоело. Но повторять еще и потому, что не хочу накаркать. Не хочется... ...игрового времени. Все-таки не создавали... Он там корчился на газоне от боли, но приходил в себя. Отказывается играть на домашнем Кубке Америки. Действительно. Но это Казимиро. Это дела ближайших дней и к чемпионату мира, который он защищает. Первый номер на футболке у Первиса Ступиньян. В средней линии под номером 13. Неймар падает в штрафной зоне отборочного турнира к чемпионату мира. Да, действительно, команда в южноамериканской отборочной зоне, которую набрали эквадорцы. Далее по 7 очков имеют. Мягко обрабатывает мяч. Но мягко-то мягко, но в момент
Ну, проехали, как говорится. В тот вечер он вообще не вызван в сборную Бразилии на... Подстраховал. Передача. Отлично. Ришарлисон. Падает. Штраф. Ну, наверное, не фалил. Ну, говорят, на воре шапка горит. Сразу замахал руками. Данило. Увидел перед собой Энер Валенсия, капитан сборной Эквадор. Но сейчас желтуйка Энер Валенсия продолжает атаку. Пас штрафной. Это Валенсия. Опасно. Удар Анхело двумя эквадорскими защитниками. Просочиться не получилось. Снова Неймар. Неймар, передача. Фред. Ему не показать. Но, я бы сказал, больше мучаются пока, чем играют. И Лукас Вериссимо тоже получил травму. Футболист, который в этом способен, он вновь показать себя, проявить себя. Тут же Неймар. Он с мячом. Ришарлисон. Ришарлисон в ближнем матче этого отборочного цикла. Ну а Неймар отдает голевой пас. Уже свой третий в активе Неймара. А Ришарлисон сделал очень большой. И я говорил, что левые фланги, конкретно Ришарлисон...